Привет, дорогие друзья, очередная посылка из Китая. Открываем. Так, у нас пришел кулер для процессора. Цена до 100 рублей, 4-пиновый. На процессор, на установку охлаждения Athlon. Открываем, смотрим. Ну, так это все выглядит. Ну, понятно, до 100 рублей, тут лопасти чуть-чуть. Ну, все целое, как бы. Бесшумный. Это хорошо. Значит, при установке туда чуть-чуть нужно будет добавить силиконовой смазки. Это важно. Ну, и вот 4 пина. Мой уже кулер отработал. Там лет 7. Уже шумит. Ну, вот я решил обновить кулер. В комплекте идет 4 вот, блока. Да, вот это вот провод. Вот, именно, вот так делаю. Да. Вот так мне теперь нравится. Во. Вот как-то так. Ну и что, включаем, смотрим, работает, не работает. Вот, все заработало. Работает тихо. Ну все, никакой ошибки не бьет. Вот как-то так. Всем спасибо, всем пока, народ. В принципе, кулер имеет место быть заказанным. Но единственное, что в этом случае, если у вас такая же материнка, вы должны будете поменять ему. Все, всем удачи, всем пока. Ссылка, кстати, будет в описании.